Когда вы видите, как кто-то там говорит что-то, например, о вашей матери, да, например, потому что некоторые люди опускаются до таких вещей. Вы можете к этому относиться философски? Наталья, я вам объясню. Вы имеете в виду Петрова и Иванова. Это два ФСБшных подонка, которые работают на YouTube-канале Исландии. Они не работают, это их YouTube-канал Исландия. Это два заказушных киллера русских, которые всю жизнь работали на русских, которые виновны в гибели украинцев, конкретных украинцев, на их руках кровь. Я впервые это говорю. Они очень хотели по заданию своих хозяев меня очернить. Но с меня как с гуся вода, когда обо мне говорят что-то, мне все равно. Я же знаю, кто я и что я сделал и делаю для своей страны. Но не в силах очернить меня, они перешли ту грань, за которой уже больше ничего нет. Они стали лить грязь извращенческо-сексуального характера на мою покойную маму, которую они, конечно, не знали, и вообще это святой человек был. То есть любой человек, у которого есть или была мама, может дать этому оценку. Как я к этому отнесся? Вы понимаете, по-хорошему, мне надо было бы совершить нехорошие вещи с ними. Но это нельзя делать, потому что я чту законы, уголовный кодекс. То есть, если бы это было на Кавказе, я могу легко представить, что бы с ними было. Но это не моя история, потому что я соблюдаю законы. Поэтому как я могу их наказать? Только законным путем. И я сказал, как я это сделаю. Я собираю на них полностью весь материал, который касается их антиукраинской деятельности ФСБшной. Весь собранный материал я обнародую и передам Службу безопасности Украины официально, публично. Я убежден, что их посадят. Убежден. Потому что материалы, которые собирает у меня целая группа, их достаточно для того, чтобы их посадить. Но Петров уже и побыл под домашним арестом немножко. Его компаньон Барабошко посидел в СИЗО, по-моему, 4 месяца. Вот. Но я раскопал такое, что вы же понимаете, что после того, что они сказали о моей маме, и я сказал, что я буду собирать на них материал, ну, даже люди, я не ожидал, что они придут мне на помощь, но пришли принципиально, потому что многие люди сказали, то, что он сказал о твоей маме, мне показалось, что он сказал о моей маме. И дело чести этих мерзавцев посадить в тюрьму за то, что они творили все эти годы против Украины. Поэтому я это дело доведу, конечно же, до конца. Меня ничего не может поколебать. У меня есть воля, у меня есть средства, связи, желания и время. Вот слагаемые этих факторов помогут мне. И знаете, что еще? И что очень важно? Что очень важно? Кармическая история это. Нельзя говорить о маме, о покойной маме, о живой маме. Как бы ты ни относился к человеку, говорить вообще о семье не принято, а маме это преступление, моральное преступление. Поэтому преступники будут наказаны по закону. Красиво. Я покажу обществу это. И я покажу еще, что такая манера общения в Украине недопустима в принципе. Ни в одной цивилизованной стране это не может быть. Касается ли меня это как-то эмоционально? Нет. Нет, у меня очень хорошая устойчивая психика, и что бы обо мне ни говорили, что бы о ком-либо из моей семьи ни говорили, меня это не касается, у меня барьер. У меня просто есть большое желание, и я это желание исполню, я их накажу, конечно, накажу. Красиво. Общество будет довольно этим наказанием. Дим, вот прямо в этот день, когда мы с вами это пишем, Лев Невзлин написал о том, что Кадыров все-таки умер в ЦКБ. Вот. Это, ну, Леонид Невзлин. Да, Леонид, а я сказала, что... Лев, да. Леонид, ну, нет. Да, я читал, что он написал.
Но опять-таки нам надо увидеть официальное подтверждение, потому что это пока только предположение, мне кажется. Не будем забывать, что согласно святым мусульманским законам, мусульманин, который умирает, должен быть похоронен до захода солнца. Поэтому, если это произойдет, я уверен, что мы об этом будем знать сразу же. Ну и еще, знаете, вопрос тоже непростой. Недавно, совсем буквально несколько недель назад, умер Ян Петрович Табачник, человек, к которому я очень хорошо относилась. Там были, в Украине была разная мода: хорошо к нему относиться, плохо к нему относиться, разное писать. Вот как вы считаете, что в жизни важно? Ну, важнее политические взгляды или дружба? Хотя я уверена, что Табачник, и знаю это, и, наверное, вы это знаете, осуждал, не просто осуждал, а ненавидел вторжение, россиян в Украину. Ян Петрович Табачник был моим близким другом. Ян Петрович Табачник был потрясающей души человеком. Я не говорю о том, что он был прекрасным музыкантом, это знают все. Но мне, который дружил с Яном Петровичем с 95 года, это сколько, 28 лет, я имею право говорить то, что я думаю. Мне вообще всегда все равно, что подумает о том, а что я говорю о ком-либо? Кто-то, вот мне все равно, честно. Я говорю то, что думаю я. Это был потрясающий человек, который помогал многим простым людям. У этого человека было большое сердце. Он был очень добрый, он был очень нежный, он был очень красивый человек. Он умел согреть других, он жил для других, он получал удовольствие, когда он оказывал кому-то помощь. Он наполнял собой пространство. Вот когда он находился рядом, он своей добротой, своим юмором, тонким, мягким, красивым юмором, своим вот отношением к людям, он был одним из примеров для меня в жизни. Я его очень любил. Он очень любил меня. У нас были тонкие, нежные, доверительные отношения. Мне его очень не хватает. Я очень опечален тем, что он ушел. Я знал, что это произойдет со дня на день. Он очень болел тяжело. Он очень любил Украину. Очень любил Украину. Да, его занесло в свое время в партию регионов. Но кого не заносило туда? Да, бывали какие-то, наверное, конъюнктурные моменты. Наверное, что-то там, какие-то были предложения, какие-то люди там, он дружил с кем-то. Это вторично все. Это все вторично. Он любил Украину, он много сделал для Украины. Ну, это замечательный был человек, замечательный, светлая память. Действительно, светлая память, это правда, и я не так близко дружила, как вы, с Яном Петровичем, но тоже общалась с ними, я знаю, какой он был, ну, как он говорил, человек чести, и он таким и был, не просто говорил, а... Абсолютный человек чести, не обманувший никого ни на копейку никогда, очень щепетильный во всех проявлениях своих, дотошно щепетильный такой. Ну нет, это прекрасный человек. Но вот как бы вы А себя... знаете, какой он еще был? Он был бесстрашный, и он был хулиган. Он был бесстрашный, вот Он же на я улице в помню. Черновцах вырос, на улице Да, буквально. он боксер был, да, боксер такой, он был не конъюнктурный такой вот в плане отношений, вот не было в нем этого, знаете, такого местечкового какого-то подобострастия, он очень широкий человек был. Так вот, все-таки, как бы вы ответили на вопрос, если политика или дружба, вот где тут водораздел, что вот вы Нет, считаете... дружба, конечно. О чем вы говорите? Конечно, дружба. Какая политика? Политика не стоит ничего по сравнению с человеческими отношениями. Самое главное, знаете что? Говоря о тех, о ком не модно говорить, сейчас о Яне Петровиче не модно говорить. Ну, конечно. Говоря о тех, о ком не модно говорить, говорить хорошо, я это делаю не для него, его уже нет. Я это делаю для себя. Я себя в чистоте содержу, понимаете? Потому что говорить что-то в угоду кому-то, или конъюнктуре в угоду, или политике в угоду, это значит плохо спать потом. Ну, для меня, например. Поэтому я кайфую от того, что говорю то, что думаю, даже если это кому-то не нравится. Ну, я так думаю.
Вы думаете о том, что вы будете делать после войны? Нет, я так далеко не загадываю. Я думаю о том, максимум мои мысли распространились на то, как я буду праздновать День Победы. Вот я точно знаю, что я выпью стакан водки залпом. Я уже пообещал всем своим друзьям в компании, вот мы соберемся, я стакан водки залпом выпью за победу Украины. А дальше мои мысли не идут. Нам надо победить сейчас. Сейчас все должно быть направлено и нацелено только на победу. А дальше будет дальше. А, кстати говоря, про стакан водки залпом. Но вот для многих мужчин, когда семья далеко, да, у них же меняется образ жизни. Что вы делаете по вечерам? Про стакан Я водки работаю. залпом. Поработаете? Я работаю очень много, во-первых. Во-вторых, вечером это возможность поговорить с семьей, с детьми пообщаться. Я с ними часто разговариваю, с папой поговорить, с Олесей поговорить. Вот. А друзья к вам приезжают, к вам кто-то приезжает Да. в гости? Да, приезжают. Вчера были, позавчера были. А завтра мы идем в гости, послезавтра мы идем в гости. Вот так, да, как-то так. А это люди из довоенной жизни, или это люди, которых, которые стали вашими друзьями во время войны? Или как вот этот круг изменился? Это люди из довоенной жизни, но и во время войны я приобрел друзей замечательных, которых не знал до войны, потрясающие люди. Видите, в данном случае война и хорошую какую-то роль сыграла. Вообще, война провела водораздел между настоящим и пустым, ненужным. Ты пересматриваешь много своих бывших встреч каких-то, общения, ты понимаешь, что оно было ненужным, пустым, А думаете, глупым. вот я иногда думаю, боже, на что я тратила время, на кого я тратила время? И так мне прям жалко становится. Вот оно как-то, знаете, абсорбирует все, очищает все. Ты И понимаешь? об этом я тоже думаю, и я тоже тратил время на зряшных людей. Я больше не допущу такой ошибки. Вообще, если... Вы знаете, не в том плане зряшных, что я от них не могу ничего поиметь. Я никогда людей так не рассматриваю. Я понимаю. А пустых, неинтересных, ненужных в этом плане, вот ненужных, ты тратишь время, которое можешь потратить на свою семью. А это куда важнее. Лучше с детьми поговорить лишний раз, чем с пустым человеком ни уму, ни сердцу. В сухом остатке многие из нас, знаете, номер один ценность там сформировали, номер два и номер три. Номер один – это все-таки семья. Я правильно понимаю? Да, безусловно, конечно. Конечно. Когда ничего не остается, у тебя остается семья в любом случае. Ну, конечно, это самое главное. А Так номер тут два и номер вариантов три – что, Дим? Номер два и номер три. нет. Номер два, я Ну, это думаю, условно понятно, но тем не менее. я скажу, номер два и три я бы объединил. Это дело твоей жизни, то, чем ты занимаешься, что приносит тебе радость. И друзья, семья, работа и друзья. Ну что еще надо для того, чтобы, да, по классике? А было у вас такое за те, ну, уже больше, чем 1,5 года, что работа вас просто спасла? Ну, вот когда вообще не за что было зацепиться, работа – это то, что формировало и держало на плаву. Это одно из того, что спасало и спасает, конечно, работа, потому что она интересная. Потому что это опять-таки общение с, ну, самыми лучшими, самыми интересными, самыми яркими людьми. И это одновременно возможность больше понимать происходящее. Потому что если, например, только смотреть новости, то ты не понимаешь ничего. Очень важно, чтобы были люди, которые могут тебе объяснить то, что ты не услышишь ни в одних новостях. Вот что важно. Умные, просветленные, аналитичные. Вот когда такие люди есть, конечно, у тебя и настроение часто лучше, потому что ты читаешь новости, ну, там бомбят, там дроны, там ракеты, там то, и кажется, ну, конец света. Ну, а потом ты слышишь умных людей, они говорят, нет, ну вот это так, а это так, а это будет так. И у тебя появляется надежда, ты улыбаешься. Ну и в финале, я, знаете, я хочу, чтобы вы обратились к зрителям
И я тоже, может быть, смотрите, моя аудитория велика, там, да, там 200-300 тысяч смотрят каждую программу. Ваша аудитория супер велика, миллион, больше миллиона смотрит ваши программы. А как донести до всех наших зрителей, что надо верить тем, кто дает просветление, кто дает возможность структурировать, создавать и так далее, чтобы перестали верить продавцам ненависти, а просто все, чтобы поняли люди, что мы можем победить и построить что-то важное, только если мы все подойдем друг к другу поближе. Вы знаете, я даже об этом не задумываюсь. Я живу по принципу «делай, что должно, и будь, что будет». Вот. А если ты делаешь хорошо, что должно, то, как правило, то, что будет, тебя порадует. Честность всегда окупается. Настоящее всегда побеждает. Будущее всегда побеждает прошлое. Когда ты знаешь эти прописные истины и веришь в это, я в это абсолютно верю, жить намного легче. Я не думаю о продавцах ненависти, на черта они мне нужны. Вообще, я о них не задумываюсь. Я думаю о светлом, о хорошем. Я думаю сегодня большую часть времени о победе Украины. Вот все время мы приближаем эту победу, мы думаем о ней, мы говорим о ней. Сегодня нет ничего важнее, потому что настоящая жизнь, говорю о себе, начнется после победы. Вот тогда, наверное, опять ошибусь. Вот я себе говорю, вот после победы уже ж невозможно будет коррупция, уже ж точно европейские будут у нас правила жизни, уже ж точно негодяи не будут качать права и выдавать себя за праведников мира и так далее. А потом сам себе говорю, да нет, все будет, наверное, так же, но все-таки чуточку лучше. Чуточку во лучше. Всяком случае, во всяком случае, не для того погибло столько ребят наших, чтобы после победы не было мы опять вернулись в ту жизнь, которая была до войны. Дим, вот совсем согласна прям с каждым словом, кроме разницы только, наверное, в одном. Я думаю, что настоящая жизнь не только после победы начнется, она уже и сейчас прямо идет. И прямо сейчас ее нужно наполнять вот этим вот, знаете, ради чего, собственно говоря, мы ждем победу. Вот, потому этими что этими другой жизни же не будет. Другой жизни не этими будет. Этими занимаемся, наполняем.